Алоха! Сегодня мы находимся в городе Учалы, Республика Башкортостан. Это второй эпизод Spot Control, и это Родео Парк. Погнали! Население города Учалы составляет 37 тысяч человек. В городе имеется горнолыжка с протяженностью около 500 метров. Здесь располагается небольшой, но хороший сноупарк для начинающих райдеров в дисциплине фристайл. На склоне оперирует буденный подъемник. Также в парке есть такие вещи, как елки, березки, прокат, батут, мангал, трактор, снегоход, туалет, флэтбокс, флэтдаунбокс, рейнбоубокс, флэтрейл, еще один, пул-джем, пару кикеров и волрайд. Напротив горнолыжного центра имеется гостиница. Особенно радует батут, находящийся на территории горнолыжки, на котором можно хорошенько размяться перед каткой. Местные ребята тщательно ухаживают за сноупарком и часто в нем катаются. Вместе с ними мы сделали небольшой эдит. Смотрите и наслаждайтесь. Mister told me I got what it takes. She said I'll turn you on sun into something strong. Play the song with the funky break. Engel God Mozart was checking out the weather charts, see if it was safe outside. And little early flirty came by in his curly whirly and asked me if I needed a Мы поставили этому парку больше плюсов, чем минусов. Одобрено Spot Control. She got down, but she never got touch, she's gonna make it to the night.